Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сегодня завершаются очередные поединки экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. Гомель борется за победу в гостях у «Динамо Молодечно», а «Металлург» принимает на своей площадке «Шахтер». Следующие матчи экстралиги назначены на 5 октября. В субботу первыми на лед выйдут «Металлург» и «Динамо Молодечно». Отметим, вброс шайбы произойдет в 13:00, а не в 17:00, как планировалось. Следом за представителями «Жлобина» и «Молодечно» на лед выйдут хоккейный клуб «Гомель» и «Шахтер». Начало матча в 17:00. Завтра стартуют поединки 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Первым в расписании шел поединок минского «Торпедо» и мозырской «Славии». Однако столичная команда прекратила свое выступление в высшей лиге нашей страны, и в этой встрече у мозырян техническая победа – 3-0. Второй представитель области футбольный клуб «Гомель» закроет своим матчем 24-й тур. На своей площадке зелено-белые примут могилевский «Днепро». Прошли очередные встречи мужского и женского чемпионата в Беларуси по гандболу. Мужская команда «Гомеля» боролась за победу в гостях у гродненского «Кронона». Гомельчане уступили хозяевам матча всего один мяч. Поединок закончился со счетом 25-24. Самым эффективным игроком стал правый угловой Дмитрий Смоликов. На его счету 9 заброшенных мячей. А вот женская команда «Гомеля» порадовала своих болельщиков крупной победой. На своем поле гомельчанки принимали «Березину». После финального свистка на табло горели цифры 40-29. Самые результативные гандболистки – Анастасия Петренко и Наталья Стрюкова. На их счету по 6 заброшенных мячей. Кубок Гомельской области по воркауту пройдет в эти выходные. Лучшие спортсмены региона соберутся в областном центре. В программе подтягивания на турнике с весом 24 килограмма и отжимания на брусьях с весом 32 килограмма. Покажут свои навыки спортсмены и в самой зрелищной части – индивидуальном фристайле. Пройдет мероприятие на площадке средней школы номер 45, старт в 11:00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь-4.